Привет! Сегодня мы будем плести вот такую звезду. Для этого нам понадобятся пробковые подложки, конечно же, шнур и иголочки. Для начала нам нужно взять пробковые подложки и какую-то звездочку, которую ты найдешь у себя дома. И поставить иголочки у каждой вершины. Они станут нашими помощниками в плетении нашей звездочки. Так. И последнее. Угу, все, больше он нам не понадобится. Мы поправляем иголки. Я взяла двойную подложку, и вот можно увидеть, что иголки не полностью в них находятся. Нужно место, оно нам пригодится. И теперь шнур. Мы берем один конец шнура и огибаем им верхнюю вершину звездочки, оставляя хвостик. Мы делаем так изнутри наружу, справа налево, и вернулись в эту часть. Огибаем. Оп, вот это должно быть натянуто. Поэтому как вариант можно первую петлю, вот эту, еще закрепить дополнительно, она будет держать все остальные. Оп. Почему удобно на подложках плести, на чем-то маленьком, да? Потому что можно постоянно переворачивать. И опять изнутри наружу огибаем. Изнутри наружу огибаем. Последняя. Изнутри наружу. Сделали. Вот, мы вернулись к началу, к первой нашей петли. Теперь нам понадобится именно уже кончик шнура. Что мы делаем? Мы поднимаем наше плетение. Не забываем, что у нас вот это все натянуто. Мы поднимаем плетение. Вот так, да? По иголочке вверх. И протягиваем шнур, продеваем под этим плетением. Опять же, справа налево под плетением. Придерживаем одной рукой, второй тянем. Сейчас, ага. Поправляем пальчиками, чтобы было все красиво. Натягиваем. И вот эту петельку переворачиваем. Нет, ниточку, да, переворачиваем. Чтобы нам идти к следующей вершине звездочки. Повернули. Взяли кончик. И опять по иголочке вверх плетение. Под плетением шнур протягиваем. И тянем его дальше. Опять же, работа с длинным шнуром, это не совсем удобно. Ну и красиво пальчиками помогаем, огибаем, чтобы у нас веревочка к веревочке была. Переходим к следующей петле. То же самое. Поднимаем, протягиваем. Угу. Поправляем. И не забываем, да, следить за натяжением. Следующее. Так мы делаем на протяжении, пока у нас не закончится шнур, или же пока
у нас не заполнится вся звездочка. То есть с каждым рядом у нас будет идти шнур к центру, к центру, к центру, к центру смещаться. И получается, когда-то они все эти 5 частей встретятся. Вообще, этот узел должен быть знаком тем, кто когда-то плел узел грушу. И здесь получается как бы 5 этих груш. Так, мы пришли снова к началу. То есть мы должны начать следующий ряд. Вот, как я поняла, да, что начало. Потому что опять мы пришли к кончику. Поэтому, ну, либо же просто посчитать, сколько вот здесь частей уже было плетено. И повторяем то же самое. Опять же, продеваем под. Радует, что с каждым нашим движением будет уменьшаться шнур. И в конце будет вообще легко плести. Огибаем. Красиво. И к следующей петле. И так до конца. Теперь можно ускориться. Возвращаюсь в нормальную скорость, чтобы сказать, как понять, что нам уже достаточно плести. Видите, они соединились. То есть каждая вершина, как бы каждая часть, она уже соединена друг с дружечком. И тут просто некуда уже просовывать. В следующем ряду будет шнуры. Поэтому я вот сейчас заканчиваю, доплетаю оставшиеся. Вот видите, здесь соединилось. И у меня последняя вершина, которую нужно обмотать, оплести. И все, готово. Видите, все сошлось. Теперь я вытаскиваю иголки. И остаток просовываю вот сюда в центр. Все держится. Ничего не собирается распадаться. Теперь вот этот вот остаток шнура. Почему можно его было длинным оставлять? Здесь завязать узелок на конце. Здесь вот так вот вытащить. И вот вам петелька для того, чтобы повесить на елочку, например. Или куда-то украсить как подарок. А эта часть, она просто обрезается. И, соответственно, приклеится или пришивается. Вот у вас готовая звездочка. Я буду рада, если вы ее сплетете, если вы отметите меня в Инстаграме. Я, конечно же, похвастаюсь перед своими подписчиками. И здесь мне тоже важны лайки. Спасибо вам. Пока-пока.